Shit happens, $1. Как Слава КПСС относится к либертарианцу Максиму Марцинкевичу? Ну, YouTube блоги у него неплохие были. Ну, кстати, вот меня, я из-за двачей вот, и Максима Марцинкевича один раз даже чуть не пострадал серьезно. Это было вот в период моей вот молодости, только вот знакомства. И была некая травля хабаровских педофилов, в которой я участвовал и случайно скинул свое ICQ в тред. И по ICQ меня деанонили, а я, так как я жил тоже в Хабаровске, мои данные начали скидывать этим педофилам, чтобы они меня наказали. Вот было очень страшно. С тех пор я в травлях не участвовал. И вам не советую. Понятно. Понимаю, жизненно. Так, Сеня Мутный, $1, 1 цент. Здравствуйте, уважаемый маргинал, уважаемый Слава. Вы мои самые любимые чуваки в интернете. Я очень долго думал, какой вопрос задать Славе, чтобы его заинтересовать. И кажется, я его придумал. Слава, откуда вы берете свои идеи? Заранее спасибо за ответ. Не знаю. Эгрегор.